Привет, красотки! Хочу с вами сегодня продолжить тему пигментации и дать решение, потому что один момент написать, другой момент проговорить о том, что же действительно будет нам помогать защищаться от пигментных пятен или, если они уже есть, как от них побыстрее избавиться. Единственное, хочу напомнить, конечно, пигментные пятна могут быть поверхностные, и с ними бороться легче, а пигментные пятна могут быть глубокие. В моем случае на этой зоне, хочу вам показать, есть глубокие пигментные пятна. Почему? Потому что в свое время здесь была очень такая мощная локализация воспалительного процесса. Я работала и долго боролась с конглобатными прыщами. Я от них избавилась, но как следствие допускала ошибки, не использовала санскрины, то есть защитные средства, и не сразу, а через какой-то период у меня здесь образовались пигменты, с которыми я уже не первый год борюсь. Другой момент. Давайте с вами перед тем, как проговорить, что же надо делать, я вам напомню, что обязательно есть три основных шага, как мы работаем с вами с пигментными пятнами. Первый шаг – это восстановление кожи. Если мы видим, что она раздражена, на ней есть, возможно, шелушение, чувствительность повысилась, мы восстанавливаем кожу. Второй шаг – мы обязательно помним, что мы ее защищаем, используем солнцезащитные средства. Даже если фактор УФ индекса всего лишь двоечка, мы уже все, что двойка и выше, используем средства солнцезащитные для того, чтобы защищать нашу кожу. Также в составе кремов мы ищем с вами антиоксиданты, потому что знаем, что особенно в летний период очень сильно происходит окислительный процесс на нашей коже, и нам все это с вами не нужно. Поэтому антиоксиданты – это и защита от свободных радикалов, и, соответственно, это регенерация клеток нашей кожи, что очень полезно. И вот уже третий шаг – как раз отбеливание. Мы с вами начинаем работать именно с пигментными пятнами для того, чтобы их высветлить. И вот здесь, как я уже вам обещала, хочу рассказать о двух новиночках, которые появились у нас в линии Endemix. И, на мой взгляд, они уникальны, потому что у них очень привлекательная цена. И здесь инновационные составы, как раз все то, что я люблю. Инновации за разумные деньги. Пилинг для лица. Для того, чтобы работать с пигментными пятнышками, для того, чтобы у нас всегда был ровный тон кожи, мы должны с вами верхний слой отшелушивать мягкими средствами, которые будут не агрессивны. Мы прекрасно понимаем, что можно использовать АХА-кислоты в небольшом процентном содержании или миндальную кислоту. Но сегодня я хочу поговорить об энзимном пилинге, потому что он уникален тем, что его можно использовать даже на раздраженной кожи, но чувствительной, он вообще подходит для любого типа кожи и состояния. Вот такой вот флакончик 50 мл. Этой баночки вам хватит на 2-3 месяца, это точно. Пилинг на основе граната. Гранат является мощнейшим, экстракт граната является мощнейшим антиоксидантом. Прекрасно отшелушивает отмершие клеточки. Наносим его в вечернее время тонким слоем. По состоянию кожи смотрим 1-2 раза в неделю. Может быть, жирной коже можно будет использовать и 3 раза в неделю. Оставляем на 7-10 минут и смываем большим количеством воды. Самое главное, чтобы не... Хотя этот пилинг и очень мягкий, самое главное, мы делаем данные процедуры в вечернее время, да, для того, чтобы кожа успела восстановиться, и мы с вами фоточувствительность кожи не повысили. 7-10 минут смываете, и после этого мы с вами используем маску отбеливающую. Масочка в данном случае, она наносится также в вечернее время, и она не смывается. Мы ею заменяем вечерний уход, заменяем вечерний наш крем, ночной крем. Тогда, когда вы пилинг смыли, энзимный пилинг, или тогда, когда вы хорошо очистили свою кожу, вы тонким слоем наносите данную масочку, оставляете ее на 30 минут, промакиваете салфеточкой для того, чтобы удалить блеск, и ложитесь отдыхать или продолжаете делать свои
дела. Самое главное, мы ее не смываем. Смываем мы ее только в утреннем уходе, в очищении. Тем самым она в течение всей ночи будет работать на то, чтобы высветлить наши пигментные пятна. Чем она меня зацепила реально и чем она мне очень понравилась? Вы в предыдущем посте можете посмотреть, какие, так скажем, компоненты мы ищем в составе кремов, сывороток, масок для того, чтобы работать на отбеливающий эффект. Но хочу сказать, что я всегда за такой подход, когда средства рабочие, но при этом средства не агрессивные, чтобы мы с вами ни в коей мере не нарушили вот тот баланс нашей кожи для того, чтобы она всегда была у нас в хорошем состоянии. И вот как раз в отбеливающей маске здесь собраны инновационные компоненты, которые являются по своим характеристикам очень передовыми. Они реально работают и на веснушечки, и на застаревшие пятна, и на возрастные пятна, на пятна, которые возникают вследствие борьбы с акне. То есть работают на все виды пигментации, пигмента, который может у нас проявиться. Но, еще раз повторюсь, они не агрессивные. В состав входит альфа-арбутин. Это природный аналог известного гидрохинона. Гидрохинон – это тот первый компонент, который использовался при отбеливающих средствах. Но он очень агрессивный, и даже во многих странах его уже запретили. Альфа-арбутин – это природный аналог, который прекрасно, как я уже сказала, справляется со всеми видами пигмента, но при этом очень мягкий. Второй компонент, который входит в отбеливающую маску – это ниацинамид, сверхочищенный витамин В3. Если погуглите, увидите, что сегодня это инновационный компонент, он потрясающе делает клеточное обновление, также работает на возрастные пятна, на веснушки, на последствия акне. Очень классный компонент, и он также у нас есть в этом составе. И третий компонент, который является мощнейшим антиоксидантом – аллантоин. Он прекрасно регенерирует клетки нашей кожи, также имеет отшелушивающий эффект, быстро восстанавливает раздраженную, поврежденную кожу, увлажняет, тонизирует, питает. Здесь еще плюс комплекс Endemix, который на 21% клинически доказано уменьшает разрушение коллагена при воздействии солнечных лучей. В общем, могу сказать, что вот эта масочка 50 мл, ее вам хватит также на 2-3 месяца. Очень интересная цена, всего лишь 360 рублей с инновационными компонентами. Пилинг всего лишь 320 рублей, также с самыми одними из эффективных компонентов. Это экстракт граната. И вот такая комбинация за 680 рублей идеально подойдет для того, чтобы вы и профилактировали, и уже работали с пигментацией. Присмотритесь, изучите, информация всегда открыта, используйте, потому что всегда, еще раз повторю, самое главное, при домашнем грамотном уходе мы с вами должны помнить, что мы делаем ежедневные действия, которые направлены на красоту нашей молодости. И делать их лучше каждый день понемножку для того, чтобы чувствовать себя и выглядеть привлекательно, чем потом поддаваться каким-либо агрессивным методикам, более и дорогим, и более, так скажем, неприятным по ощущениям. Все, красотки, именно об этом хотела с вами поговорить. Будут вопросы, задавайте. Рассказывайте о том, как вы профилактируете свои пигментные пятна, чтобы их не было. Или как вы с ними работаете, если они уже появились. Я всегда с вами на связи, всегда готова ответить на любой вопрос. И всегда готова разобрать ваш уход для того, чтобы вы были привлекательны, красивы, молоды. И получали большое количество комплиментов. Все, пока-пока.